Годы кропотливой работы, больше 1500 сотрудников. Они помогают обеспечивать чистой водой весь наш городской округ. Сегодня Щелковскому водоканалу исполнилось 80 лет. Водоканал сегодня – это 40 водозаборных узлов и насосных станций, 82 артезианские скважины, 20 станций по обезжелезиванию воды, 375 километров водопроводных и 314 километров канализационных сетей. Сегодня предприятие отмечает солидную дату, а это лишний повод вспомнить его заслуги. Водоканал прошел большой путь. Он ежедневно осуществляет поставку воды 24 часа в сутки в течение 80 лет, принимает стоки от населения почти 700 тысяч и более сотен предприятий Подмосковья. То есть это самый крупный водоканал в Подмосковье. И 1800 человек – это большой коллектив, который с душой и ежедневно осуществляет свою работу. Поздравить коллектив с юбилеем в театрально-концертный центр «Щелковский театр» пришло много гостей. Бывает так, что у людей праздник, а вы находитесь на работе. Люди ночью спят, а вы находитесь на работе. Поэтому, конечно, большое вам за это спасибо. Я вам благодарна за то, что вы отдаете все свои силы и умения и знания нашему предприятию. Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Для всех пришедших на день рождения предприятия подарком стали танцевально-вокальные номера от местных творческих коллективов. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.